И снова! Всем привет, друзья! С вами Арнора! И Шимаро! И добро пожаловать на CS GO Strong, ребята, на ставочки! Во-первых, спасибо вам всем огромное, дорогие друзья, за ваши лайки и позитивные комментарии под прошлым выпуском наших ставочек, где мы выбивали с вами Dragon Lore. Как вы видите, у меня 215 тысяч очков. Мы продолжаем идти дорогой к миллиону, ребята. Также, кто еще не воспользовался бесплатными 100 очками на сайте, может ввести код, который я вам предоставляю всегда в описании, FreeCoin. Нажимаете сюда, вводите и можете бесплатно поиграть на определенное количество очков. Ну так вот, друзья, это не самое главное. Главное, что многие ребята очень хотят, чтобы я наконец вывел вой, ребята. Воя у меня нет, и ребята очень сильно просили под прошлым выпуском. Но я подумал, а почему бы нет? У нас еще останутся очки, чтобы подниматься, либо сливаться вниз, либо подниматься. Если сливаться, то придется снова депозит вводить. Ребята, в общем, мы сегодня будем с вами выводить вой и играть дальше. Ну что, ты готова? Да, ты прям половину своих очков, да, готов потратить? Да, да, я готов очень много очков ты потратить. Ты рискованный. Я рискованный, да, рискованный. Ну а что делать? Надо тратить, ребята. Давайте посмотрим, какой вой мы выведем. Нажимаем глазик и смотрим в кейсе. Так, ну, вот этот вот мне нравится. Да, здесь есть немножечко потертостей, но, тем не менее, мне нравится очень то, что я вижу вот в этом бое. Давайте посмотрим на второй, как он выглядит. Здесь уже тоже другие царапинки. Есть, да, но они небольшие, я не знаю. Давай посмотрим вот еще. Давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим все. Ну да, их не так и много. Вот здесь большое пятно. Да, здесь прям покоцано. Здесь прям покоцано, поэтому это я брать не буду во внимание. Идем вот сюда. Здесь. Вот этот меньше вроде покоцан, да? Там но... есть, но чуть-чуть. Чуть-чуть, но не совсем, так, ребята. Чуть-чуть совсем. Хотя на первом, мне кажется, все равно поменьше. На первом? Угу. То есть так, вот этот вот четвертый, да, первый. Четвертый, первый. Здесь этикетка весь подранный. Но он там подранный. Закоцанный, ну. Да, четвертый, первый. Так, здесь у нас какой? Ой, большие. Закоцанные. Большие, ребята, потери у них. Последняя остается, получается. Ну, тут такая большая царапина одна. Так, а, ну значит, нет, там мелкие. Давай четвертый и первый посмотрим. Давай. Так, еще раз смотрим первый. Нет, здесь больше, здесь чем больше, на четвертом. Да. Четвертый, короче, берем, да? Ну, давай еще раз посмотрим четвертый. Ну, давай посмотрим еще раз четвертый. А раз, два, три, четыре. Это все-таки... Ответственный, да, самый лучший. Да, тут меньше всего. Итак, ребята, выводим четвертый вой с сайта. Так, вот это вот мне не нужно. Сейчас бы я все вывел. И самое смешное, что он, ну, то есть один из самых недорогих, да? То есть типа да, 129. Да, этот 122. Ну, давайте, ребята, давайте виздравить. Виздравим вой и... И такие, вой. Что же нам выпадет? Что же нам выпадет? Предложение обмена, пожалуйста. Интрига. Давай. Стим, не лагай. Давай. Что такое? Вот он! Вот он, блядь! Вот он, вой, дорогие друзья! Мам's credit card. Кредитная карточка мамы? Что, блядь? Вот это название. Маминой кредитной карточкой. Название эпик, дорогие друзья. Кредитная карточка мамы. М4А4 вой, дорогие друзья. А вы вой, предлагаете, конечно, как крутой. Мне его назвать, дорогие друзья? Вы предлагаете, как мне его назвать? Вой крутой. Да, это первый вой. Мы его выиграли здесь. Здесь, наверное, обойма может потерта, либо еще что-то. Но ну, он да, красив. Кстати, мы там не смотрели. Но да, он красив, родная. А вот это вот место, которое там имеется, да? Тут по наклеечку зафигачишь. Соответственно, ну, которое вот там вот имеется такое, не очень красивое, да? Можно, в принципе, попробовать запихуячить на него. А нет, на него не запихуячишь, ребята. Но а тем не менее. На одно и то же место доклеится. Да, но тем не менее, друзья, мы это сделали. Спасибо вам за ваши лайки. Ну а сейчас мы будем пробовать отыгрываться теперь, родные. Сегодня теперь надо заработать снова 122. Да, сегодня я не зря взял с собой Арнору, дорогие друзья. Будем проверять твою удачу. Ты готова? Давай. Ты готова проверять удачу? Чуйку, да. Мне кажется... Смотри, зеленая вышла. Сейчас зеленая вылетела, да? Ой-ой-ой, мне кажется, сейчас на красная пойдет, да? Давай ты, выбирай. Ну, да блин, что-то знаешь так... Быстрее! Давай, да, черная. Красная! Черная! Красная! Я чувствую! Я чувствую чуйкой! Ну давай, посмотрим. Давай, десяточку. Я чуйка чуй. Десяточку. Будем Мартингейла использовать так же. Я чувствую чуйкой, и чуйка моя меня не подвела, ман. Ну, я-то неопытная в этом. Ты-то неопытная в этом. Давай смотреть сейчас, что ты чувствуешь. Давай, ты главное чувство свое описывай. Ладно, давай красным.
Знаете, как я, ребята, вообще... Да, давай красную. Мне тоже кажется красная. Давай. Мне вот я чувствую, видишь, а больше ставок, ребята, рассказываю вам секрет, идет на черное. Значит, на красное, скорее всего, будет что-то. А прикинь, и зеленое. Блин, не успел. Выпадает. Не успел. Ты не успел? Да. На красное сейчас больше всего поинтов. Кстати, один мой знакомый наш. Угу. Ты сейчас поржешь. Ты при этом присутствовала. А я поняла. Сегодня проиграл $1000. $1000 бомбанул. Нет, он хорошо играл. Он хорошо ушел. Да, но все слил в итоге. Поднялся нереально, и в итоге все слил. Опять красная будет. Красная либо зеленка. Десяточку на красное. Давай 1000 хотя бы на зеленое поставим. И 1000 давайте, ребята, да, на зеленочку. Так, просто чисто. Для подстраховки. 1000 на зеленочку. 2000 на зеленочку поставили. Ладно, 2000 на зеленочку, ребята. Ну, красное, да, наверное, все-таки. А может, и зеленое сыграет, понимаешь? Ну да. Если зеленочка, то мы хорошо так обогатимся. Зеленое, видишь, мы же только пришли, когда зеленое. Оу! И это да. Ты чувствуешь, да? Ты видишь? Да. Ты видишь? Вы видите, ребята? А как я определяю, когда больше, чем больше сумма на каком-либо числе, я ставить стараюсь на где меньше снова сумма. Красная, где меньше сумма, по да. Логике. По логике сейчас идет снова красная. Зеленка была недавно, поэтому скорее. Но давно не было черного. И смотри, красная сейчас превалирует. Соответственно, мы делаем вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди, не. Да, смотри. Они вровень прямо. Они вровень идут. Может быть, зеленка. А прикинь, сейчас черная чика. Скорее всего, черная. 3 красных было. Хотя, может быть, и 4 красных будет. Давай. Но у меня почему-то чуйка сейчас на черная. Не поставил? Чуйка лежит. Красная. Сука, блядь! Чуйка не чует. Чуйка не чует, ребята. Да, и мы опять же при 100 касиках, ребята. Там ребята что-то там хайшим. Красная, давай. Эй, давай поздороваемся с ребятами. Давай, красная ты. Давай, ты выбираешь, короче. Давай, сколько? Красная. Давай 10 тысяч на красное и 1000 на зеленое. Давай. 10 тысяч. 1000. Давай, поставили. Все. 10 и 1000, ребята. Давай, поехали. 10 и 1000, ребята, пошла. И выпадает, дорогие друзья. Прикинь, черное выпадет. Невероятно это красное. Ну, видишь, работает, да. Работает системка-то. Работает ну, системка, ребята. Ну, я так поняла, ребята. Она не на 100% такая метода работает. Но как бы не в большинстве на 100%, случаев не на 100%. Вот выпадает. Мне сейчас кажется, что сейчас зелень пойдет. Думаешь? Зелень пойдет, смотрите. Не, невыгодно зелень, ты что, смотри, невыгодно. Да смотри. Не, смотри. Не будет зеленка. Чувствую зеленку. Не будет. Смотри. Черная вообще будет. Чувствую зеленку. Черная не выпадала. Чувствую зеленку, не будет черной. Будет красная либо зеленая, смотри. Чувствую зеленку. Смотри. Смотрите, давай, ребята. Давай. Невероятная чуйка. Давай проверим. Невероятно сейчас. Просто. Будет просто, сука. Я угадала. Черт подери. Да, чуйка меня. При том, что на черном было больше. Ну, не намного просто больше было. Чуйка меня подвела. А сейчас снова черная, прикинь. Нет. Мне кажется, черная. Давай сделаем большие ставки, ребята. Большие ставки. Да, это будет черная. 20 тысяч на черное. 20 тысяч на черное. 20 тысяч на черное. Нет, будет красная, зеленая. Сука, красная будет. Черт подери. Да, это твои 20 тысяч. Будет, да нет. Да, блядь. Черт, нет, не сливать бабки. Так, все, теперь 40 тысяч. Нельзя большие ставки делать сильно. Они очень меняют статистику вот этого. Ты что начинаешь по я пути? Я психую. Ты по пути своего друга пошел, который плюсом. Слил. Я хочу 80 плюсом. Ставь на что, на красное? Да. Давай на красное. 80 плюсом, а выпадет зеленое. А ты сейчас так поставишь большую сумму, и у тебя получится, смотри, черное меньше. Нормально! Положись на меня! Положись на меня, господи! Прикинь, зеленое сейчас выпадет. Я положись на меня! Да! Понятно тебе, как надо рисковать. Рисковать это не письку ну, в дырку сувать. Ребята, а? Такой риск всегда должен быть оправданный. То есть ты должен понимать, что ты, если что, готов потерять эти очки там. Я чувствую зелень. Зелень, думаешь? Да, либо черная. Либо черная, зелень, да. Либо черная. Давай ну сколько ты там на черное и на зеленое поставишь. Давай так. Вот так. Давайте так, ребята. 5000 на зелень, десяточку на черное. Ребята, я чувствую, у меня чуйка. Ну зелень, да, зелень, должно зелень, быть либо зеленью, черное, пахнет, либо зеленое. Пахнет очень. Черным. Красно. Хорошо, что небольшие суммы. Так, да, хорошо, что небольшие. Вот сейчас должно запахнуть, вот сейчас. Ты думаешь, зеленка пойдет? Я думаю, что она должна пойти, родная.
Я хочу рисковать, понимаешь? Я пришел сюда рисковать. Ребята хотят видеть красивые игры. Выбирай, красное или черное. Мне кажется, я бы черное выбрала. Давайте, ребята. Давайте, ребята, рискуем. Давайте рискуем. Главное рисковать. Главное, я чувствую, я чувствую, я главное, чувствую. Главное, если чувствую. Что, не плакать. Да-да-да, главное не плакать. Главное не плакать, друзья. А ты на зеленку вообще ничего не поставил? А, поставил. Сука! Поставить из трех на два. Господи! Что я делаю? Так, ребята, надо отыгрываться, надо тридцатку ставить. На что, на что? Вот выбирай. На черное. Ты хочешь красное поставить? И зеленку. Надо не было, успел. Надо было 10 поставить на зеленое. Тридцатку на черное, ребята. Тридцатку на черное, прикинь, ёпта, бля. Прикинь, зеленое. Зеленого давно вертимся не было. На месте, вертимся на месте. Мы вертимся на месте. И да! Да, сука, блядь! Да-д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 а! Да-д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 а-
Кубинский плюс. Так, ну, по идее, снова черная должна быть. Я чуйку. Зеленка? А на черной ничего не будет? Ой-о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 й-
Но может быть зеленка. Может быть зеленка. Может быть. Я хуй! Сука! Я не охуенный! Я так и думала, что черная будет. Да, я тоже думал, что черная, бля. Но надеялся на зеленое. Так, а вот сейчас красная пойдет. Красная, на красное ставь. На красное? Да. Но не сильно большую только сумму. Зай, нельзя такую большую сумму ставить. Ты перебьешь, блин! Надо! Ты перебиваешь такими суммами большими. Надо! Надо! Слушай меня, слушай, чувствуй. Чувствуй, ты слушаешь? Ты чувствуешь, да? Да. Ты чувствуешь? Ты сумасшедший какой-то. Ты чувствуешь? Да. Поднимаемся, дорога к миллиону. Снова красная. Да красная, сука, ставь. Меня, такой... Ставь на красное. И чуть-чуть на зеленое. Да быстрее давай, ставь на красное, чуть-чуть на зеленое. И немножко на зеленое. Чувствуй. Ты десятку на чувствуй, зеленое да. Поставил? Чувствую. Так ты если чувствуй. Что, ты если в красном выигрываешь, зеленое. То ты просто тупо отыгрался. Я знаю, да, но мне нужно зеленое. Я хочу поймать за яйца зеленое, понимаешь? Давай, давай. Я хочу поймать за яйца зеленое. Что? Ты все посрал. Кто сказал на красное поставить? Ты еще и меня виноватый сделаешь? Кто сказал? Ты столько же на зеленом просрал, сколько я на красном. Так, спокойно. Я чувствую черное и зелень. А красное? О, зеленое, да-да-да. Я чувствую черное. Я чувствую черное. Зеленое. Зеленое будешь кто ставить? Кто не рискует, тот не поставь пьет. Поставь на зеленое, хоть чуть-чуть. Кто не рискует, тот не пьет. Кто не рискует, тот не пьет. Кто не рискует, тот не пьет. И если я сейчас проиграю, то я чувствую, что пора заканчивать. Потому да, что... Да, стоп-кран надо знать. Надо стоп-кран знать, потому что была у нас уже ситуация 9 на 12. Но мы и зеленку просрали столько же, понимаешь? А нафига ты столько же ставишь? Надо хотя бы в два раза меньше ставить. Давай сейчас посмотрим. Да, надо хотя бы в два раза меньше. Кстати, вот сейчас зеленку можно поставить. Ну, я сделаю вот так вот. И а тут чувствуем, ХЗ что-то, ну красный, наверное, да? Чувствуем, да. Давай красный. Да! Да! А выпадет черный. Да! Да, выпадет красное либо зеленое, смотрите. Да, вот оно, витает. Давай, чувствую. Вот, зеленое сейчас поймаем, нам. Сейчас поймаем хотим за яйца. Сейчас, если черный выпадет, я охерею просто. Да! Да! Да, ребята! Мы сделали плюс. Так, я чувствую, надо остановиться. Мы сделали небольшой, неплохой плюс. Да. Очень неплохой плюс. Ребята, это большие деньги. Это нож за хорошую сумму. Скажем так, мы с вами получили вой. Предлагайте мне название наклейки на вой. И я думаю, что мы с вами его оборудуем. А вам спасибо за лайки, друзья. Ссылочку я вам дал, кто хочет просто попробовать поиграть. FreeCoins, там вводите, все это будет в описании. Фу, я так перенял, я думал, мы сейчас все всрем, потому что после того, как... Как ты мог так думать, если я рядом сижу? Но практически гарант успеха. Знакомый мой это делал. Вот. Ну да, кстати, мы там наша вина немножко он тоже есть. Мы ему подсказывали тоже, да. Неправильно еще иногда. Еще и подсадил его на эту херню. Ладно, не в этом дело, друзья. В общем, спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши просмотры. С вами была Арнора. И Шиморо. И мы увидимся на новом видео. Всем пока. Пока-пока.